Магомедов мужчина. Все, давай. Уйди, сойди. Сойди. Ты здесь? Очень хорошо спалось. 10:30 уже спал. Рано проснулся. 4 килограмма было легко за раз. Просто побегал, чуть полежал и все. Даже перегнал, я там 83-900 у меня было. Мог спокойно воду попить, отдохнуть. Ну, налегке ушел. Просто покушать, отдохнуть и завтра выйти, сделать все свое дело. Мне грузиться, думать о чем-то не нужно, потому что я знаю свое дело, я доверяю своим навыкам, и поэтому я хладнокровен, лишними мыслями не гружусь, излишне не напрягаюсь. Просто отдохнуть, покушать, посидеть, пообщаться, посмеяться. Все как обычно, все налегке. Спасибо. Тут никаких проблем. Имя, фамилия, Рамазан Киш. Рамазан, стой, стой. Хасан. Сура Хасан. Так, фамилия, имя. Ну, каждый раз бессонная ночь, но сегодня, слава богу, все без эксцессов, все четко, запас 150 грамм. Самая сложная часть прошла, сейчас осталось просто выйти и показать, что я нарабатывал все это время, какую сделал работу над ошибками, поэтому, что завтра будет жарко, я всегда рад, даже когда мне тяжело, я люблю жить. Сутки до боя, какие. Да все классно, я вес сделал, все, только в бой. Покушать, отдохнуть, восстановиться, поспать, пить воду, там, слушать приятную классическую музыку, кушать и получать удовольствие. Потренируюсь вечером, утром тренировку тоже сделаю. Ну, чувствую себя вообще просто отлично. Дорогие друзья, в это воскресенье будет самый жесткий турнир, который был в Краснодаре. Обязательно нужно прийти, обязательно нужно поддержать своих бойцов. Я приехал с Екатеринбурга, ко мне приехали ребята с Екатеринбурга, с Питера и еще с разных городов, поэтому вы должны прийти и поддержать своих бойцов. Ух! 60-65. Правда, фотки осталось.